Чтобы женщины своих любили, смотрели, не забывали. Самое главное – здоровье. Добра, счастья, любви. Поздравляю всех вторых наших половин с праздником. Желаю всего самого хорошего. Главное, чтобы любили и были любимыми. Уважаемые мужчины, с наступающим вас праздником, Днем защиты Отечества, здоровья крепкого, процветания, финансового достатка. Дорогие мужчины наши, защитники Отечества, поздравляем вас с 23 февраля. Солнечных дней побольше, улыбок, благополучия и всего самого наилучшего. Поздравляем всех мужчин нашего города и всего мира с этим праздником. Хочу поздравить военных людей с праздником. Хочу пожелать им, чтобы у них было всегда здоровье, чтобы они были со своими близкими честны и всего им самого лучшего. Что им можно пожелать, чтобы они всегда были мужчинами? Всем мужчинам хочу пожелать здоровья. Вот, во-первых. Уважать и любить своих женщин. Ну и всех благ, всего хорошего, мирного неба над головой. Я желаю, чтобы было тихо, мирно и спокойно у нас. Тогда будет и любовь, мирное небо. И все остальное. Самое главное для всех наших военнослужащих – это мирного неба над головой, любви большой, радости, добра в своих семьях и внимания от своих близких. Здоровья, успехов, благополучия, всего самого-самого-самого хорошего. Желаю вам счастья, здоровья и чтобы вы постоянно защищали своих жен и детей. Желаю здоровья. Те, которые уже отслужили, а которые служат, трижды здоровья, успехов в службе. Хочется пожелать, чтобы наши мужчины нас охраняли, цветы дарили, больше внимания женщинам уделяли. Самое главное. Ну и тогда мы будем с ними, конечно, очень хорошо обращаться. Я всем им желаю крепкого-крепкого здоровья. Ну, желаю, конечно, долгих лет жизни, легкой службы. Ну, мужчинам, у кого уже есть семья, ну, всего самого наилучшего. Чтоб все были здоровы, это самое главное. И был мир у нас. Самое главное – здоровье я всем желаю. Это самое главное. Всем успехов, будьте успешны. Служите на благо Родины.